Ну что, продолжаем. Короче, ничего не изменилось, мне даже некогда было делать, так что вот. Зачем ты пришел? Так что я вот, начала здесь чистить лук, перебирать. Не нет? Да, нам котенок здорово, отлично. Ой, что с попугаем? У него, Вова, опять палка упала. Ну-ка, иди сделай. Что? У попугая палка упала. Капусту положу. Я говорю, попугая палка опять свалилась. Ты ее, видимо, не закрепил хорошо. Попугай, не бей меня, пожалуйста. Не бей, Вов, не бей. Не бей, говорю, Вовку, не бей. А он укусит, если я его трону? Ну, хотя может, он такой у нас дикошарый немножко. Нелюдимый. А он здесь сядь и начал? Угу. Трусишка вообще еще тут. Потому что он боится, что его сейчас, да, поймают? Да, сожрут его. Переживает за свою шкурку-то маленькую. Переживает, говорю, за свою шкурку-то маленькую. Сверху вот так же положу. Слушайте, я сейчас опять наготовлю, и что вот это вот все, куда? Ладно, Эльва, я сама буду есть неделю. Буду сама есть неделю, что делать теперь? Раз никто ничего не ест. Что-то мама капусты привезла всякое разное. Что там? Все комменты пишет, ведь прикалываетесь, да, над нами. Ржете. Нам придется его кастрировать. Вот эту зелененькую я оставлю, ее отдельно сделаю. А вот эти я сейчас покладу. У меня пропало яйцо. Завтра оно было в моем кабинете на столе. Будет сделано, товарищ капитан, боевой комбой. Комбой. Здравствуй, небо, в облаках. Помните, солдаты, да, раньше смотрели? Всякую хрень раньше смотрели. Всякую дичь. Сейчас вообще телевизор некогда смотреть. Что там происходит? А раньше еще ждали эти сериалы. Как все-таки у людей было столько времени, да? Чтобы вот все дела домашние переделать, сесть вечером, посмотреть сериал. Тут вообще бегаешь, волоса назад, нифига не успеваешь. Какие нафиг сериалы. Жизнь какая-то вообще стала быстрая. Мне кажется, это как-то время идет не так, как раньше. Она сокращается. Ну как сокращается? Час встает меньше. Поэтому, может, и люди живут якобы дольше. Раньше, может, у них время-то было как? Как? Меньше, чем медленнее, чем у нас. И поэтому они жили 30-50 лет, а сейчас у нас время быстрее. Живем поэтому. Я хоть донесла свою мысль, нет? Типа сейчас в сутках не 24 часа, а там 18. Час сейчас идет быстрее. Ну, он реально быстро идет час. Раньше час, так это час был. А сейчас что? Так, посолим. Лишь бы не пересолить. Ой, лишь бы не пересолить. Такая красивенькая, я ее оставлю. Пюрешку из нее сделаю, мне там написала. Забыла, девочки, забыла. У меня вообще памяти. Памяти нету. Приверженница китов. А, Оксана, Оксана, по-моему, написала Русланову. Типа, цветная капуста, офигенное пюре. Пюре. А я вот люблю картофельное пюре, вообще прям обожаю его. Ну, которое в столовках. У меня не получается вот такое жиденькое, мягкое. Я даже блендером делала. У меня такой клейстер получился. Чё, жопка-то нормально не отрезалась? Во, сделай потише. Я тебя не просила громче делать. Чё сочиняешь? Это ноль. Вот и все. Ноль — это ничтожно. Самые такие мягкие выбрала помидорки, чтобы их на тушение пустить. Что-то как-то все это
передержала мама, что ли? Прям такие эти завядшие. Раньше, помню, в диване помидоры держали. Вообще, сейчас такого нету реально. Прям в диване держали помидоры. Где-то, знаете, до октября помидоры были. Они там краснели. Прямо краснели. Вова, убери эту кошку вместе с мясом. Она по всему полу таскает, мажет опять. Вова, пожалуйста, выброси ее. По всему полу таскает суп мяса. Давай, убери ее. Нафиг нам. Они нормально есть, не умеют сейчас. Им надо по всему полу протащить. А нюхи самое классное вообще. Нюха такая вообще. Что там, не Олег приехал? Нет, не Олег. Мам, ты прикинь. Она знаете, что? Прикинь, она прямо мясо в этих в зубах держала. Ну, конечно, а как? Не в руках же она будет держать. И куда ты теперь пойдешь? Не в лапках же. Я думала, она угонит. Они угонят его. Ммм, такая сочная помидорка. Магазины вообще рядом не стояли. Так, ну все. Продолжаем. Последний слой, наверное, положу. А, у меня же еще перчик. Так, это я все сполоснула. Перец положу еще, закину сейчас. Один, правда, остался. Это мальчик, да? Три штучки. Че ты вот смотришь всякое говно? Короче, мне надо сначала почистить, потом уже. Так, ну что? Блин, я еще хотела же это. Чебурек делать. Обещала уже. Такая, говорю, Даня, говорю, давай чебуреки сделаем. Ты такой, да, да, конечно, сделаем. И чё? Сам взял такой, свалил вообще, молодец. Вообще молодец. Классненькие маленькие баклажанчики, да? Такие молочненькие.
семечки маленькие. Что-то я много, наверное, баклажана приготовила. Пока сюда скину, а потом разложу. Короче, мне кажется, здесь двух достаточно будет. Или что? Или пофиг, побольше делать? Да, блин, я не могу. Но это еще что-то вообще какая-то хрень происходит. Ой, огурчик, говорю. Баклажанку сделала. Да что ты? Я вообще не могу. Это что, такая кожура какая-то непонятная? Столько сил надо приложить, чтобы порезать баклажан. Ой, в спортзале побывала. Так, ну вот что, вот так вот. Давай, прогоняй своих фанатов и иди на съемочную площадку. Девочки, простите, я жена футура. Маме кулаки будет отрамста. Пару писем позвони снимать, не-не-не. Чтоб на монтаже не обрезать. Лиша, ты будешь сегодня сниматься или нет? Иди за мной. Это что? Ну да, тут у меня вообще дофига получается. Как ты их сделал? О, сделай потише. Вообще выключи. Вова. Я возьму вот этого. С усами. Что, забанят мне видео из-за этого? О, ну все вообще. Тютелька в тютельку, и чё? Так, ставим сюда. А тебе можно? Нет. А пусть я пошла. Залью водичкой. Чё, хватит? Ну, пью и без тебя. Тебе не хватит. Еще посолить, да? Другим способом убить. Вот-вот, давно пора один вверх там смотри. Да что ты куски-то мне выкидываешь-то? Куда еще? Пока. Усман. Ну ладно, ладно. Пусть она готовится. Сейчас закрою крышкой. Пусть готовится. Что, салат что-то сделать, да, наверное? Огурцов-то умотаться. Я, наверное, сделаю салат простой. Помидоры, огурцы, зелень. Так, кабачки у меня остаются, я сейчас уберу. Завтра что-нибудь с ними сделаю еще. Завтра, это мне сейчас еды, блин, на 3 дня хватит. Короче, не знаю, когда вот на днях. Убираем. Да, круто. Овощей, конечно, вообще полный холодильник. Зимой бы так. Вот эти баклажаны зимой 300 рублей стоят. Кабачки 250, тоже 300. Помидоры также. Вот все такая же херня. Что я купила? А. Помидоры, овощи. Все это с пакета выложу, все разложу. Умница. Я пришла, пакет бросила и это. Ничего не убрала.
Молодечек. Так, ну все, этот поднос убираем. Поднос убираем. А, помыть его, беседку убрать. Здесь ему нет места. Короче, я тут воюю. Вовочка, пожалуйста, сделай потише, я прошу, а. Дрянь. Ой, не могу. Собаки эти. Короче, сколько уже времени прошло? Вон я сделала салат. Сейчас покажу. Еще не заправила. Такой летний, такой яркий, да? Классный. Сейчас себе, наверное, отложу. А я есть хочу вообще. Вот время уже, сколько времени я еще не ела, и что я вот сейчас терплю, сейчас опять накидаюсь. Идиотка. Ни ума, ни это. Слушайте, мне написали это, техасская же, что типа тут сам, этот галимый, или что там, я уже не помню. Короче, девчонки, не обижайтесь, я вас вот это путаю. Не голова, а это. Не голова вообще. Как она называется? Чё хрюкаешь-то? О, ну такой запах классный. Ох, боже мой. Ужас. На соль пробую. Ну такое, не сильно, не это как сказать, соли надо будет добавлять. Мне вот в принципе нормально. Мне чуть-чуть упало, что ли? Мне вообще нормально. Я не люблю соленое. Ну смотрите, да, сейчас я еще зеленью посыплю и будет просто будет кайф. И я буду есть. И Вовка будет тоже есть, да, Вова? Да, Вова, Андрей? Да. Что, Рюш? Да тебе один раз уже сказал. Мне намного раз говорили. Ну, меня тоже так же. Ну и все. Я вообще люблю, чтобы зелень, знаете, вот прям, вообще люблю крошить ее. Допустим, накрошила, отдельно в тарелку положила, и каждый сам себе уже кладет зелень. Вот так я люблю. Я не люблю, когда она там вареная такая вообще. Специями сильно не балуюсь. Что я по минимуму, максимум я положу перец. Так, вот это вот кинза, я не знаю, что ее ложить или нет. Или оставить ее. Оставить, наверное, да, смешать ее с этим, да? Со сметанкой, с этим. С чесноком. Короче, я оставляю. Что к чему она здесь? Мне кажется, тем. Короче. Ну, телефон продали, да? А, да, Вовкин телефон продали. Сегодня. Ну, я ему сразу сказала, что там с батареей беда. Он сказал, поменяет, потому что сам занимается, видимо, телефонами. Для него это не проблема. Продали-то за сколько? За копейки. Вове, говорю, что тебе, говорю, взять, айфон или этот, андроид? Айфон, говорит, мне нужно. 11 Pro Max. Я говорю, ну нифига ты даешь. Офигел вообще, да, Вова? Pro Max еще. Вот морда. Так, короче.
Заткнитесь, а. Порылые. Как вы надоели мне уже. Сил никаких нету. О, что у тебя там происходит вообще? Не знаю. Как мышь там шуршишь где-то. Укроп кончится. Вот я его последний сюда в салат положила. Короче, все, я сейчас буду есть. Иначе время потом будет много. Вчера я приезжаю с работы, приехала ведь поздно, в 10 часу. Олег ест рыбу эту, селедку. Да? Вот зараза. Кто? Да никто. Ну, конечно же, я съела с ним рыбу. Не все, конечно, но все же. Весь день на смарку. Ну, вот. Ну, вкусно, правда. Я попробовала, очень-очень вкусно. Капусту я вообще обожаю. Цветную. Блин. Вот реально надо ее есть. Прям есть ее. С грудочкой, да? Блин, вкусно ведь. Так, сейчас попробую этот. Так, это у нас что получилось? Получилось. Это получился кабачок. Тоже офигенский. Баклажан. Баклажан? Лада, седан. Главное, чтобы он был не седан. Ну, он что-то вообще прям мягкий-примягкий. Ну, а капуста это вообще просто топчик. Звезда. Так что, ребят, вообще реально вкусно. Просто все закидала в кучу. Жанночка, спасибо тебе. Нет, это, мозгов-то нету. Насчет готовки имею в виду. А так-то я шарю. Ну ладно, ребят, всем приятного аппетита. Короче, еще увидимся.